программ и попадание песен в радиоэфир ежегодно присуждается премия «Рекорд». В этом году премию получили номинация «Дебют года» группа «Тату», альбом «200 по встречной». Сингл года «Певец Витас», опера номер 2. Альбом года «Дискотека авария», альбом «Маньяки». Российский радиохит, группа «Сплин» с песней «Мое сердце остановилось». Несмотря на всю значимость этой премии, получать статуэтку на сцену вышел только певец Витас. Остальные номинанты не посчитали нужным присутствовать на церемонии.